С апреля вступили в силу новые правила приема экзаменов на права, а также выдачи удостоверений. Вместо трех экзаменов на права кандидатам в водители теперь нужно сдавать два. В ряде случаев водительское удостоверение не выдадут, если водитель был лишен прав. Об этом говорили на пресс-конференции в ГИБДД Республики. Подробнее об изменениях в нашем сюжете. Будущий автомобилист проходит проверку навыков вождения в условиях реального движения. Такие новшества действуют с апреля этого года. Из экзамена исключили площадку. Практиканты будут демонстрировать свои навыки в городских условиях вместо привычной схемы «Теория, площадка, город». Четыре обязательных упражнения все равно остаются. Это эстакада, въезд в бок задним ходом, параллельная парковка и разворот в ограниченном пространстве. По мнению автоинспекторов, серьезные изменения в правилах, которые благоприятно повлияют в дальнейшем на молодых водителей, это пристегивание ремня безопасности. Инструкторы будут обращать внимание на то, что необходимо в первую очередь пристегнуться. В случае непристегнутого ремня экзамен прекращается. Непристегнутый ремень безопасности автоматически заканчивает прием экзамена, так скажем, еще не начавшись. То есть как только кандидат не пристегнулся, все. Экзамен прекращается. На то, чтобы сдать экзамен, отводят всего 30 минут. Также 20 минут предоставят на подготовку к сдаче правил вождения. Новый регламент не предусматривает информации о маршрутах, что исключает заучивание схем передвижения. Это значит, что сдать на права сможет только тот, кто реально знает теорию, отлично отработал практику вождения. Алина Багилова, Мурат Бекпарцев, телеканал ННТ Махачкала.